Важной темой всегда является укрепление стабильности в Закавказье. Мы обменялись оценками текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Я лично убежден, что добиваться справедливого решения конфликта можно только политическим путем. За последние годы было немало сделано в этом направлении, в том числе при участии России. Я считаю, что мы и дальше должны способствовать переговорному процессу в качестве сопредседателя Минской группы, организуя и прямые контакты с руководством Армении и Азербайджана.